что, играем за спецназ ФСБ? Не надо, а? Может, не надо? Наша задача... Ну, я же говорил, не надо. Найти боевиков в лесу и уничтожить. Ну хули, если они не едут, я их ждать не буду. Какая разница? Вот плохая идея по рельсам, застревают машины. Едем по этой дороге, здесь высадимся, будем штурмовать вот это ущелье. Налево лучше. Слева едет еще один тигр, осторожно. Пропускай, пропускай. Высадка. Возьми движение восток. За край карты выходить никому нельзя. Двигаем помаленьку на восток. Перебегать дорогу, посмотрите, там за дорогой кусты, камушки. Вот уже у нас минус уже, все залег. На востоке уже одного минус ноль, без оптики, лицом не торгу. Не спешите. Если проходите, то идите медленно в максимальном сейве. Ствольников тоже стреляет.
подствольника, да, вот этот. Блин, дым расселся. У нас все живые? Да-да. Спереди нас кто-то идет, вот по ним стреляют. Ну да. Я говорю вам, не спеши. Кто-то по мне, по-моему, откуда стреляют. На самом деле подавлять надо. Мы тут вдвоем за этим камнем. Как этим бедные родственники. На самом деле надо уходить на запад. Все двигаем на запад. Обратно. За дорогу. Заходим за дорогу обратно на запад. Сейчас будем с юга обходить. У нас уже КС сдох. Ну, так даже лучше, наверное. Так, можно. Вижу только двоих. Где еще? Или нас было? Нет, нас было больше. Или у нас уже все потеряно. Короче, двигаем сейчас на вас на юг, потом будем южнее заходить. Шести заходить, это бред. Я еще за вами бегу. Давай, беги за нами. На наших метки есть вообще, где они есть? Да, есть метки, но от этого смысла нет. Никто даже к дороге не подошел, собственно. Просто вообще ноль стрельбы от наших. Ну да, потому что они не видят в кого.
отсюда, двигаем ровно на вас. Если вы вдруг потеряетесь, если будете бежать на восток, там будут камни, скалы, там триггер. На лучшей линии друг за другом. Враг может вот быть сейчас за этой дорогой, которую мы будем перебегать. Примерно я возьму движение 80, самостоятельно каждый двигает в три. Правее нас наши еще идут. Да, я вижу. Откуда стреляют? Ну, со стола прям. Вот, рядом. А сколько? На 80? Хорош. Нифига себе. Прилетел он. Еще робыты. Это хрен его знает. Я сейчас не в рацию говорю, да? Ты меня слышишь? Слушай. Я сейчас не в рацию говорю, да? Просто да. Настраиваюсь. Да. Все. Так мы вдвоем остались или что? Да я думаю, все ушли куда-то в другую сторону. Или вперед в триггер ушли уже. Труп боевика валяется. На рации только шмы вдвоем, похоже. Рискнем. Лобешник. Командира убила. Что делать? Ну чё, осматриваемся потихоньку в триггер, идем. Если не убьют, конечно, нас. А вон вижу врага. Там у него GPL.
там видел кого? Да, в камнях там тип. Но он сразу убежал, как я открыл огонь. Там эти ветки, и я в них ветки попал. И он вниз пошел. Насколько? Сейчас скажу. На 140. В камнях. Тоже по мне лупят. Жалко, промахнулся. Так, короче, да не выглянешь, люди стреляют. Просто жесть. Ладно, попробую через эти пройти. Кусты. Через камни не дают. Всех уже убили наших, наверное. И чё это? Стреляю, стреляю. И не попадаю. Баги какие-то. По-моему, я его ранил. Что-то там даже кровь какая-то осталась. Может, даже ранил. Опа, враг. Блин, и спрятался, зараза. Чуть-чуть не успел, чем шлепнул его. Уже сняли. Так это свой вроде. Чуть не подстрелил своего.
нашего заводили. Может, поживем еще немножко. Не стреляли, интересно. Вот. Красиво снял. Прям в сердце попал. Меня сзади могут обойти. Здесь. Ай. Невнимательно посмотрел.